Ситуацию с разливом нефти в Коми держит под контролем. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли более 300 человек. Ледоход в Нарьян-Маре ожидается на 2-3 недели раньше. Противопаводковые мероприятия идут полным ходом. Выходить на лед становится опасным для жизни. Спасатели региона сообщают о первых происшествиях в этом сезоне. Под лед ушли 2 снегохода. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В республике Коми продолжают ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов. Напомню, нефть обнаружили местные рыбаки, когда стали бурить лунки на реке Ярига. С 13 апреля в акватории реки Ухта введен режим ЧС. Ситуацию держит под контролем. Об этом доложил председатель комитета гражданской обороны Сергей Боенко на еженедельной планерке при губернаторе. К ликвидации последствий ЧС привлекли более 300 человек. В ходе работ был выявлен и загерметизирован источник загрязнения – неэксплуатируемая скважина. Собрано порядка 32,5 кубических метров нефтесодержащей жидкости. Установлено 5 рубежей, боновых заграждений и гидрозатворы. Сейчас в районе реки Ухта ведутся работы по очистке береговой линии протоков и ручьев. Присутствует незначительная радужная пленка и загрязнение участков берега. Ежедневно проводится забор проб воды на реке Ухта при впадении в реку Ижма и реке Ижма выше и ниже по течению. Дважды в сутки информация об анализе взятых проб из реки Ухта поступает в Нарьян-Мар. Аналогичные мероприятия проведут и специалисты Ненецкого округа. В период высокой воды силами природоохранных структур будет вестись забор проб воды на границе и в населенных пунктах на реке Печора. Расстояние от реки Ухта до границ округа составляет 550 километров. Голова ледохода находится на территории республики Коми на участке Уляшево-Соколово в 743-750 километрах выше Нарьян-Мара. Подвижки распространились до поселка Акись до Усть-Цильмы закраины. Ледоход проходит на низких уровнях воды. По сообщению гидрометеорологической станции Нарьян-Мара, в Усть-Щугоре густой ледоход. Уровень воды 566 сантиметров, при критической в 1200 сантиметров. В Усть-Кожеве сейчас наблюдаются подвижки и разводья. Рост воды за сутки 138 сантиметров. На реках и водоемах Ненецкого округа полный ледостав. Незначительно прибывает вода на Печоре. В Оксе на рост воды за сутки составил 5 сантиметров. На Нарьян-Маре в районе Городецкого шара плюс 15 сантиметров. На реках Адзьва, Сула и Колва рост воды составил от 4 до 20 сантиметров. По информации гидрометеорологов, вскрытие реки до Ёрмицы ожидается 26 апреля 5 мая. Все службы и ведомства готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Просьба, значит, Олег Евгеньевич к вам, Татьяна Васильевна, ко всем главам очень внимательно подойти к противопаводковым мероприятиям, потому что в этом году, значит, на 2-3 недели раньше, поэтому возможны, значит, различные не очень хорошие эксцессы. Мы видели, как проходил паводок в Вологодской области, зацепила Архангельскую область, поэтому давайте, чтобы мы были готовы и по материально-техническим всем средствам, ну и самое главное, морально. По информации гидрометеорологической станции Нарьян-Мара, сроки прохождения ледохода в Нарьян-Маре остаются прежними – 25 мая плюс-минус 7 дней. Напомню, в прошлом году ледоход пришел в регион 19 мая. Выходить на лед становится опасным для жизни. Спасатели региона сообщают о первых происшествиях в этом сезоне. 24 апреля в районе автомобильного моста через Лесосаводскую Курью под лед ушли 2 снегохода. Спасти технику не удалось. Погибших и пострадавших нет. С 18 апреля введен запрет выезда на лед в районе поселка Искателей. С 27 апреля установлен запрет выезда транспортных средств и выход граждан на лед в пределах Нарьян-Мара. Ограничительные меры также приняты в Канинском, Коткинском и Юшарском сельсоветах. Эти ограничения распространяются и на движение по снегоходным трассам, поскольку их маршруты пролегают через реки. В поселках устанавливаются сигнальные таблички. В отношении нарушителей данного запрета будут применяться штрафные санкции. В администрации региона решили облегчить жизнь беременным женщинам из отдаленных населенных пунктов округа.
Для этого разработан законопроект, который дает им право бесплатного проезда на воздушном транспорте в Нарьян-Мар для прохождения обязательных дородовых обследований. Стоит сразу отметить, что такая мера поддержки существует и сегодня, но несколько в другом виде. Беременные женщины из сельской местности приезжают на обследование за свой счет, и только спустя какое-то время им возвращаются деньги. Сегодня такую неудобную форму сменят гарантийные письма. Изменения в действующий закон внесут на основании обращения Ненецкой окружной больницы. Кому, как не врачам, знать, насколько важно своевременное обследование для здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка. В соответствии с действующим законодательством, они должны трижды за время беременности пройти скрининговое обследование в утвержденные скрининговые сроки, ну а также прибыть на родоразрешение в окружную больницу. Получается так, что в течение года календарного, а точнее 9 месяцев, женщина должна четырежды провести затраты, связанные с перелетом. Очень часто не хватает времени, того периода времени, что между скрининговыми сроками, чтобы она получила деньги за фактически понесенные предыдущие расходы. Таким образом, женщины, не имея финансовой возможности приобрести авиабилеты, попросту пропускают важные обследования. Изменения, которые администрация региона вносит в действующий закон, облегчат жизнь будущим мамам. Жительницы сел не имеют возможности приехать на все подготовительные, так скажем, мероприятия. И получается, что по санавиации мы вывозим уже непосредственно на роды. Поэтому это данный вопрос и жители поднимают периодически, особенно наша сельская населенная местность. Сейчас мы эту проблему данными изменениями мы, значит, решаем. Изменения предусматривают введение системы выдачи гарантийных писем. Документ будет выдавать беременной женщине медицинское учреждение, расположенное в сельском населенном пункте. Будут проведены конкурсные процедуры, определена организация перевозчик. Потом медицинская организация будет выдавать гарантийное письмо. С этим письмом женщина будет обращаться непосредственно в организацию перевозчик, будет получать билет бесплатный. По мнению специалистов, такая мера поддержки положительным образом скажется на посещаемости сельскими жительницами дородовых скринингов, профилактических осмотров, от которых очень часто зависит здоровье матерей и их детей. Документ одобрили на заседании администрации. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение окружных парламентариев. Предполагается, что эта норма закона начнет действовать с 1 января 2017 года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Вновь сесть за парту и вспомнить школьную программу. Впервые единый государственный экзамен по математике в Ненецком округе писали не дети, а их родители. «Библионочь» не дала уснуть любителям книги и кино. В мероприятии приняли участие почти 3000 жителей региона. Вновь сесть за парту и вспомнить школьную программу. Впервые единый государственный экзамен по математике в Ненецком округе писали не дети, а их родители. Подобный эксперимент прошел по всей стране по инициативе Рособорнадзора. Акция направлена на снижение уровня тревожности у выпускников и вовлечение родителей в сложный для ребенка период. Попробовать свои силы в знании школьной программы смогли представители общественных организаций, органов власти и журналисты. Уважаемые участники экзамена, сегодня вы сдаете экзамен по математике. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Экспериментальную сдачу ЕГЭ для родителей организовали на базе школы номер 1. Для многих участников он оказался интересным и волнительным. Так, для журналиста Тимофея Жукова подобный опыт стал не только материалом для написания статьи, но и проверкой своих собственных знаний. Если честно, это очень интересно, потому что наше поколение не сдавало ЕГЭ. Это достаточно своеобразная проблема для многих молодых людей. И хотелось бы вот примерить на себе, как это делается, как это вся процедура проходит. Ну, надеюсь, ну, вообще волнительно, если честно. Как будто первый раз на экзамен. Экзаменующиеся прошли все этапы участия в ЕГЭ – от заполнения необходимой документации до выполнения заданий. Все это под пристальным вниманием видеокамер и дежурных администраторов. Экзаменационная работа состояла из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня сложности. Как и для детей, у их родителей на выполнение заданий отводилось 3 часа.
им, так же, как и детям, запрещается с собой проносить мобильные телефоны, пользоваться какими-то электронными средствами. Им запрещается перемещаться по кабинетам. У каждого свое определенное место есть. Если нужно выйти, кому-то поднимает руку, так же, как детей, сопровождает по пункту проведения дежурный администратор вне аудитории, значит. Как дети все выполняют? Организаторы рассчитывают, что, пройдя испытания, родители помогут своим детям снизить уровень психологической напряженности в период подготовки и прохождения экзаменов. Такого мнения придерживаются и родители. Учатся у меня в пятом, в третьем, ну и в техникуме. Поэтому младшим предстоит сдавать, старший уже вот сдавал, прошел. И знаю ЕГЭ только по его отзывам, поэтому вот сегодня я здесь. Общегосударственный экзамен по математике находится в списке обязательных предметов. С прошлого года математика разделена на базовые и профильные уровни. Для получения аттестата можно сдать один из уровней или выбрать оба. Однако успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний. Родители держали экзамен по базовому уровню. И хоть в ВУЗ им не поступать, для прохождения экзамена необходимо набрать не менее 3 баллов. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». 23 апреля Нарьян-Мар присоединился к участию во всероссийском тесте по истории Великой Отечественной войны. Он проводился в рамках патриотического проекта молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией». К акции присоединились более 500 человек по всему округу. Для нашего народа важно ни в коем случае не забывать те страшные события и ту огромную цену, которую наш многонациональный народ заплатил для того, чтобы свободно жить на родной земле, для того, чтобы справиться с бесчеловечной идеологией нацизма. С этого видеообращения начинается всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны более чем в 70 регионах страны. В одном только Нарьян-Маре было создано 5 площадок. К тесту присоединились и населенные пункты – Каратайка, Харута, Ома, Харивер, Коткино, Амдерма и Красное. Всего в тесте приняло участие более 500 человек, 273 из них в городе. Самому молодому участнику тестирования – 10 лет, самому старшему – 83 года. Я пришел сюда, чтобы проверить свои знания, доказать себе, что я знаю своего отечества, что я патриот, что у меня есть знания со школы, и вообще проверить свои знания хочу. Всем желающим проверить свои знания были предложены 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны. По словам организаторов теста, он направлен не только на информирование и проверку знаний граждан о выдающихся событиях Великой Отечественной войны, но и стимулирование наших жителей, в частности молодежь, к их получению. Мы накануне великого основного нашего праздника нашей страны, это Дня Великой Победы, поэтому мы должны помнить, какой ценой досталась нам эта победа в этой Великой Отечественной войне. И, конечно, должны знать историю. К сожалению, сегодня есть попытки пересмотреть историю, исказить ее. Вот наш святой долг – сохранить эту историю, историю Великой Отечественной войны, и донести до наших потомков, все-таки какой ценой досталась нам эта победа, и благодаря чему сегодня мы живем в мирное время. Итоги теста будут подводить волонтеры, а результаты будут представлены во 2-м квартале текущего года на официальном сайте теста. Напомню, он проводился в рамках проекта молодежного парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией». Пехота смертельно устала под мгой оборону держать. В окопах людей не хватало, 2 рот от полка не собрать. 20-е сутки подряд от взрывов кипело болото. Смертельно устала пехота, но помощи ждал Ленинград. Валентина Чибичек, Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Почти 3000 жителей Ненецкого округа не смогли уснуть в «Библионочь». Она объединила любителей книг и кино. Гостей и участников программы с 6 вечера до полуночи ждали интеллектуальные игры, викторины и мастер-классы. Особое внимание книголюбов привлекла выставка «Старое фото» и киноаппаратуры «По ту сторону кадра». Ребята, что вы такое делаете? А мы решаем квест. Ну, квесты что? К вопросам. И что, вопросы какие? Тут рядом с площадкой, ну, тут по станциям надо искать там задания и искать ответы.
Потом в конце дадут эти карточки, надо ставить слово. Если ставим слово, то пройдем квест. Дима Чупров со своими друзьями соревнуется в игре «Вперед, киноведы». Уже третий год подряд он приходит на фестиваль книги с самого открытия, как и сотни других ребятишек. Популярность этого мероприятия растет с каждым годом. В этом году, казалось, в стенах библиотеки людей больше, чем книг. С 6 вечера до полуночи в распоряжении читателей библиотеки имени Печкова было 3 этажа развлечений и литературных приключений. Она обещала зайти, ответила Лена, но ее почему-то нет. Тихое гудение проектора фильмоскопа и яркий луч превращает белую простыню на стене в волшебный экран, на котором сменяют друг друга цветные картинки. Для самых маленьких на первом этаже был организован просмотр диафильмов. Такой диапроектор в советское время был почти в каждой семье. Сейчас это экзотика. Кстати, желающих посмотреть на неотъемлемую часть советского быта и культуры было очень много, как, впрочем, и на других площадках. Чтобы попасть от диафильма к кинофильму, нужно было пройти только один этаж. Все желающие приобретают билетики бесплатно. И на обратной стороне билетика у нас вопрос. Мы проверяем, как они знают советские фильмы. А можно, да, прочитать, что там? Можно. Так, назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого. Да. Из каких фильмов фразы? Ходят тут всякие, а потом ложки пропадают. Это девчата? Да. Мы, женщины, должны быть здесь, на юге, непоколебимы. Да. Не знаю. Самое обаятельное привлекательное. А, и привлекательное. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Это бриллиантовая узнает. Рука. Да. Кроме киновикторины, на втором и третьем этажах работала фотолаборатория, мастер-классы, выставка «Панорама. Книжная карусель», выставка старой фото и киноаппаратуры «По ту сторону кадра». Впервые в этом году участниками всероссийской акции стали читатели не только главной библиотеки в столице округа, но и ее филиалов в населенных пунктах – Андик, Великовисточная, Индиго, Искатели, Каменка, Коткино, Красное, Лабожское и другие. Всего 17 сельских поселений. «Библионочь» стала центральным событием года России. Российского кино. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В продолжении выпуска дайджест спортивных событий. Во дворце спорта «Норд» состоялись открытые соревнования по плаванию и чемпионат по кобудо. Встать на стойку, натянуться как струна, прыгнуть и достойно проплыть положенные метры. Во дворце спорта «Норд» состоялись открытые соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы. Дайджест спортивных событий продолжит Дмитрий Марков. Всего в соревнованиях по плаванию приняли участие более 300 юношей и девушек от 10 до 18 лет. Соревнования проходили в 4 дня. Первый день спортсмены боролись в трех видах – комплексное плавание на 100 метров, кроль на спине на 50 метров и брас на 100 метров. Второй день соревнований пловцы начали с вольного стиля на 100 метров. Лучший в нем стал Валерий Лобода. В первый день соревнований он забрал себе 3 золотых медали, опередив своих соперников в стиле дельфин и брас на 50 метров. Самые маленькие пловцы определяли лучших в стиле брас, кроль на спине и вольном стиле на дистанцию 50 метров. 24 апреля дворец спорта «Норд» встречал всех любителей восточных единоборств. Там прошел чемпионат и первенство Ненецкого автономного округа по кобудо. Всего на участие в соревнованиях заявилось более 30 человек, но в связи с травмами многие не смогли принять участие. Победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее информация от синоптиков.